Огурцы, помидоры, салат, сельдерей и даже квашеная капуста. Совхоз «Пригородный» у покупателей ассоциируется в первую очередь с овощами. Специалисты «Пригородного» объясняют дегустаторам, как получается экологически чистый продукт. Никаких химических обработок в наших теплицах мы не проводим. В связи с тем, что есть специальные лаборатории, в которых мы выращиваем так называемых энтомофагов. То есть мы при помощи самой природы справляемся с теми проблемами, которые могут появиться у растений. Пригородный угощал не только зеленью. У предприятия есть собственное дойное стадо в 1000 голов. Из своего молока здесь производят масло, творог, сметану, кефир. Журналисты налегали на йогурт. Кефир у нас сделан не на закваске, как делают остальные комбинаты молочные, а на живых грибках. Даже с этими грибками технолог наш разговаривает, потому что они живые, надо с ними разговаривать. Недели ранее журналисты, блогеры и жители Коми попробовали продукцию хлебокомбината и молокозавода. В течение ноября пройдут еще 2 дегустации. Причем участники не только насладятся продукцией местного производителя, но и ответят на вопросы специальной анкеты, победители которой в декабре получат продовольственные корзины. Евгений Ракин, Олег Костромин, телеканал «Юрган».